Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем прокачивать нашего новичка. У нас сейчас 143 уровень, осталось 7 уровней, и мы уже отправимся с вами на рейды. Сегодня я бы хотел, конечно же, с вами сбегать на корабль плюс коммуна. Немножко попробовать в коммуне пофармить. Вдруг там повезет, выпадет какая-то фиолочка карта. Короче, попробуем немножко съездить. Да, будет сложно, но попробуем. Значит, в этом видеоролике, ребят, мы делаем розыгрыш на 500 монет. В конце видео мы разыграем, что вам нужно сделать. Лайк, подписка, колокольчик. Поставили, подписались. И, ребят, сейчас у меня проходит розыгрыш в моем телеграм-канале. Чтобы зайти в мой телеграм-канал, вам нужно зайти под любой видеоролик, спуститься чуть ниже, открыть комментарии, и здесь у нас есть ссылочка. Нажимаем на эту ссылочку, вас перекидывает вот сюда, тоже тут нажимаем. В моем телеграм-канале сейчас есть 5 мест для того, чтобы победить. То есть участвовать могут все, абсолютно. Вы просто заходите в этот телеграм-канал, нажимаете кнопочку участвовать, как видите, оп, и вы теперь участвуете. Будет 5 мест, в понедельник мы разыграем по 500 монет. После этого розыгрыша у меня будет стрим, я буду разыгрывать, возможно, портфели свои, посмотрим, тоже буду в телеграме, так что кому интересно, заходите, сезоны, все здесь будет у нас, конечно, только в телеграме. Так что, ребят, всем желаю удачи, мы начинаем, поехали, будем пробовать. Что нам нужно, конечно же, в первую очередь, давайте пройдем корабль, так как корабль — это супер уникальное событие, которое проходить нужно, даже если ты, не знаю, спишь, а оно идет, надо будет по-любому проходить. Давай возьмем трубу, будем трубою добивать, потому что трубу тоже моды нужно вкидывать. Что брать с собой? Это 20 каких-то рогушек возьму, так хватит с головой. Вот, 6 рогушек только есть, нет, 2 и 20 аптек, например. Вот, и мы немножко вчера потратились на нашей лаборатории, очень жестко мы потратились. Но чуть-чуть потихонечку, я думаю, что будем делать уже нормально. Ну, как бы хилочки есть, да, у нас есть уже немножко угля. Давай мы сразу вкинем, пускай оно... А не, угля маловато, маловато. Ладно, тогда давай деревом будем фармить. Вот так вот, сюда это. И сейчас я закину, пускай делается. Дополнительная хилка, она всегда нужна. Вот, вы знаете, что я делаю, конечно же, с морковки. То есть морковка — это у нас семена, которые мы собираем на локациях постоянно. Вот так оно и шпарится, и жарится. Пускай себе работает. Все, мы отправляемся первым делом. Да, давайте поедем на корабль. Корабль вчера, что там нам выпало? По-моему, выпал дуб, если я не ошибаюсь. Вот, по чуть-чуть, потихонечку мы делаем себе металлочку. Вот, конечно, да, сложно, очень сложно делать, но все же я думаю, что без проблем это можно сделать, особенно когда ты откроешь рейды и там будешь находить те необходимые ресурсы, которые, как бы скажем, у вас есть, да. Вот, будем бомбить, будем фармить, будем зарабатывать. Все, полетели, разрушенный корабль. Первым делом мы делаем ветер на корабле. 15 зомбаков убить — это как будто пробежаться и развалить всех. Если бы у меня был навык картеч на дробовик, я бы проходил вообще по-другому, потому что вот этот навык дает такую возможность, что ты можешь с одного выстрела убить абсолютно всех зомби. Но я надеюсь, что мы выбьем этот навык когда-нибудь. Вот, и конечно же сделаем себе картеч и будем бомбить зомбарей. Вот, на новичке очень бы было, хотелось бы. Вот так, это забираем. Здесь у нас 80-80, да, давай иди сюда, 80-й зомбарез. Хупа, бабам, хорошо, ну очень хорошо, бабам, есть, полетел, следующий раз, 2, 3, давай, 1, 2, отлично, улетел. Ну, это, я не знаю, самый простой ивент в мире, который может быть, это, наверное, скорее всего, только этот ивент. Так, тут 40 хп, ну давай мы его попробуем как-то вот так вот, может быть. Давай, копьюшечка. Ну, немножко не получилось. Ну, ладно, у нас есть самолечение, да, мы можем тоже отхилиться. Пошел вон, вот так вот собрал, забрал, собрал, забрал. Все, здесь у нас как бы готово, скажем так. Так, тут зомбарь. Ну, зомбаря этого заберем. Тут 80 побежал. Ну, ты задолбал, 80-й пацан. Бабам, хорошо. Ну, вот тут тоже по 80 буду 2. Ну, тут уже автохил сделаем, то есть... Regeneration, вот так вот пошло, отлично, все, полетели, бам, 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 есть, готов, дядя. Вот и все, миссия завершена, что еще нужно? Вот, отличная работа. Ну, давай, полетели, бабам, взрывчатое вещество, самая ненужная вещь на данный момент. Фу, как некрасиво, как некрасиво оно мне далось, это взрывчатое вещество.
которые, по-моему, делает C4, если я не ошибаюсь. 18 штук C4, 20 слитков, 20 электроники. Да нет, спасибо. Я не знаю, зачем оно нужно, но такое дорогое удовольствие. Но все же ладно, значит, сегодня нам дало это, завтра нам уже этого не будет. Завтра уже будет абсолютно другое. На коммуне, не знаю даже, но попробуем пройти среднюю. О, подожди. Привал у дороги. Поехали, ребят, поехали. Привальчик, это мое. Это туда нужно лететь. Так, что нужно знать? Бутылки, топоры, оружие, броня. Хилка. Вот и все. На привал едем. Это очень топовая вещь, которая дает даже красные талоны. Вот, это очень хорошо. Все, быстренько скидываем это все сюда. В ящик потом будем разбираться, что куда. Ну вот, привал у дороги. Берем сет брони, конечно же, целый, как минимум. Вот. Далее у нас есть такая тема, как... Что мы можем взять? Давай я дробовик, наверное, возьму. Дробовик возьму. Мы немножко вчера просели немного. Немножечко. Но ничего, я думаю, это не проблемка. Так, и хилка, в идеале бы взять аптеки. Бинты я, наверное, все-таки возьму, потому что там зомбари могут быть, знаете, рейдеры там долбить. Ну, короче, вы поняли, там будет жестко. Вот, но нам нужно еще взять топоры. Топоры, топорики. Хватит? Да, думаю, хватит. А может и не хватит. Ну, давай так, 3 известнячка еще возьму на всякий пожарный. Если что, топорик еще забацаем. Так, 3 известнячка. Это давай в блоки вкинем. Вот так вот, бабам. Блочки пошли работать. Все, я думаю, вроде бы все. Огнестрел, хилка, топоры. Все взяли, все отлично, все нормально. Поехали. Кстати, мы вчера с вами открыли чоппер, да, чоппер у нас какой там череп, по-моему, череп, я так его не посмотрел. Ну вот такой он стандартный идет, да, только черненький с черепком. Но я не буду его делать, зря тратить краску не хочу, я лучше выбью сезона какой-то интересный и уже покрасим. У меня на данный момент 2 бесплатных скина, которые давали сезона, вот такие, и мы можем как бы себе позволить такой вот мопедик неплохой. Поехали, сейчас будем смотреть, что на привале у дороги. У дороги на привале, наплевали у дороги, что-то будет. Я думаю, что эмочку сегодня получим, как минимум должны получить. 5 минут ехать, конечно же, да. Без чопера сюда никак не заедешь, но что ж ты поделаешь, что так вот бывает. Только у меня еда-вода заканчивается, это очень плохо, надо было умереть дома сначала. Так, поехали, будем смотреть, что у них там есть. Так, привал у дороги, локация такая себе, средней сложности, средней, да? Ну вот, а как же мне его постался, может? Я тебя вижу. Ну так видь меня, видь, давай, Витя. Давай, Витя, оп, хорошо, Витя. Я больше, кстати, тут очень много оленей, очень просто много. Привет, друг, привет, здорово, братишка, здорово, братан, я тебе накакаю в карман. Так, иди сюда, ну давай уже мачете будем долбить, тут уже не 3 по мне стреляют, а меньше чуть-чуть, пошел вон. Все, забираем, вода, еда, это все берем, это забираем. Что еще здесь, автолечение еще не откатилось. Вот, ну тут сейчас оленей мы заберем обязательно, потому что, ребят, это очень много мяса здесь, и... Мясо или же для щенков, или же для вяленого мяса себе сделать отхилочку, это очень хорошо. Так, сливаем бензу, в первую очередь бензинчик посливали, да, потому что тут бензинчика можно где-то около 10 бутылок точно нарисовать. Вот, плюс еще вот так вот, да, бам-бам-бам-бам. Ну, 10 бутылочек как раз и залетело, это забираем. Целый глок, ребят, дали, целый глок. Вот, я, в принципе, довольный, скажем так. Так, что у нас олени? Олени у нас это 3 дерева. Давай я быстренько срублю. Не буду хилиться хилками. Мы отхилим через самолечение. Сейчас оно откатится полностью. А там уже мы авто нажмем, и он будет автоматически автоматичить эту локацию. Так, все, есть копье, есть стелс, оленей море. Поехали оленей завод забирать. Вот, так давай бей его, ты олень, ё-моё, стал здесь. Оленей очень много здесь. Я не знаю почему, ребят, но тут просто тьма оленей. Ну,
штук, наверное, с 20, я думаю, должно быть. Так что можете, кстати, посчитать. Ну, я тоже посчитаю, посмотрим. Так, вот отхилимся. И давайте авто я уже врублю. Вот, все, отхилка есть. Авто включили и погнали. Погнали, погнали оленей ловить. В первую очередь, конечно же, оленчики мои любимые, сюда идите. Оп, давай, оп, хорошо как. Оп, хорошо, как видите, как легко просто здесь найти оленей. Особенно копьем. Ты не тратишь ничего. Три дерева потратил и все. Все, пока я не... А, не, вижу. Олень, стой, собака. Бабам, хорошо. Все, пускай себе рубит теперь. Эх, мы 6 мяса, да, у нас получилось. 6 мяса, неплохо. В принципе, неплохо, скажем так. Так, теперь. Кстати, тут был немножко известняк, да. Вот, мы можем раз, давай и ты тоже иди, упс, и два, хорошо, брат, сам пришел ко мне. Первым делом давайте я в чоппер все перелью, чтобы освободить максимально место, правильно, ребят? Чтобы сделать максимально свободным, вот так вот, одну бутылочку мы удалим, потому что будет один слот забирать. Это мы зальем, это мы сюда вкинем, есть. Далее, вот это мы положим сюда, вроде бы... Нормально, правильно? Я думаю, да. Все, теперь наша, это полностью наша локация. Что мы можем удалить? Это еще копье раз. Копье раз. И, в принципе, мы его, да, мы его удалим. Ну, я не знаю, может, будут олени, нет. Ну, давайте так, забьем место сейчас. Краску можно будет удалить. Одна хилочка. Ну, использовали 7 аптек, да, получается. У нас так где-то примерно. Ну, ничего страшного, я думаю, это не проблем. Так, делаем сразу топорик еще один. Потому что дерева хватает. Дерево надо всегда. Нужно всегда, особенно семена. Вот, один можно этот удалить. Но пока место есть, я не буду ничего удалять. Вот, а даже давай копье удалим. Сделаем вот так вот. Вот. А, еще кувалду дали, да? Кувалду дали и глок. Неплохо же, неплохо. Так, это можно удалить. Давайте я вверх положу то, что я удалю. Это никак не удалить. Это тоже не удалить. Вот это можно удалить. Ну, в принципе, вот так вот, как-то так. Вот, ягоды, ну, удалим, если что. Пока есть топорик, пока есть вот это все. Короче, что у нас вообще по календарю? По календарю у нас сегодня события прошли, ежедневный бонус забираю. 5 тканей, конечно, да, это серьезная награда, только для самых топовых. Коммуну мы пойдем. Лабораторию мы, кстати, вчера проходили. Да, давайте прокрутим ящики, что... Вау, охренеть, это что за толстячок? Прикольный челик. Офигенный портфель, мне нравится. 20 тонн, это 20 тонн или что? Портфель или же стекло? Ну, наверное, что-то стекло я заберу. Поехали дальше, давай. Бабам-бабам, щенок, кофточка. Ну, давай кофточку заберем. Вот, брони не так уж и много. Так, здесь у нас опять щенок-граната. Ну, гранату, наверное, заберем. Вот, следующее, поехали. Бам-бам. О май гад, белл. Давайте крышечки, да, крышечки. 20 прокрутов крышек, ребят. Крышечки, наверное, все-таки. Хорошая награда, хорошая. Так, здесь что, револьвер, штаны. Ну, ревик тоже неплохо, можно его использовать, да. Вот, здесь у нас... О май гад. Вот это, наверное, заберу. Свинцовый лист у меня... Ну, я не знаю, зачем он мне нужен. Знаю только, по-моему, для статуи он нужен. Но давайте заберем, пускай будет на почте. Его сложно сделать. Это нужно ехать на болотные локации. Там, где у нас есть, как бы, скажем так... ну, мы туда просто так не зайдем. Нам нужен АТВ, ребят. АТВ, который очень тяжело собрать. Вот, там я видел еще оленя одного. Надо будет делать копье. Ну, 3 дерева потеряем. Ну, давай сделаем, хорошо. Так, где этот олень? Олень, сюда. Хотя можно было топором его долбануть. Топором. Иди сюда, олень. Кстати, да, можно не удалять предметы, например, как я, да, удалил копье. Можно ложить в трупы. Вот, например, в трупе лежит какой-то портфель. Мы положили, а вдруг олень появится, мы с вами возьмем с трупа и не будем делать. Вот, я думаю, так нормально. Вот, ну неплохо, неплохо. Кстати, да, давайте заберем награды. Что мы получаем? Мясницкий нож, аптеки, изолента, дробовик, 5 топоров, 5 кирок. Ну, пофиксили, блин, вчера. Ой, в прошлый сезон 25-й был по 10 кирок, по 10 топоров. Фиксанули, блин. Ну, вот этот Оскар, это просто жесть. Я могу снять на основе про него. Давайте так, если хотите на основе про него видос, посмотреть на него, сделаем. Сделаем видос на основе. Так, забираем пацана.
Так, есть, да, пока место есть, хилочки есть, топорики шпарятся, ну, еще одного, наверное, сделать-то нужно, давай еще одного сделаем, есть, известнячок тут есть, в принципе, нормально, я не жалуюсь, нормально. Так, 143 уровень, хотя бы один уровень бы сегодня пройти, ну, посмотрим, как у нас получится, не знаю, по времени, вчера очень длинный ролик был, 2 часа, в этом бомбили в чате, ребят, вот, Telegram, заходите, участвуйте, на данный момент там 1000 людей участвуют, 5 мест по 500 монет. Да, маловато, конечно, но пока так могу делать. Больше пока не могу, ребят, будет видно. Может, в будущем как-то там изменится, не знаю. Вот, ну пока что могу, то и делаю. Все, поехали. Все, тут у нас все деревья, все скатилось, да. Два дерева осталось, все нормально. Все, давайте заберем быстренько и пойдем. И пойдем, и сканем. Так, а там у нас в трупах есть что-то еще или нет? По-моему, там ничего такого нет. Ну, наверное, нет. Ладно, выходим. Все, с этим мы разобрались, все нормально. Зачистили полностью локейшу. Локейшу зачистили полностью. Что-то еще, да? А, коммуна. Я уже забыл, куда я хотел идти. Коммуна, 2 дня, 12 часов. Ну, поехали попробуем коммуну пройти. Чуть-чуть буквально. Какой-то там дробовик у меня еще есть. Мачетки есть, броня есть. Хилка, ну так себе. Так себе. Хилочка сейчас у меня напряг какой-то. Так, ладно. Давай посмотрим ресурсы. Не ресурсы. У меня уже 29 свинцовых листов. Офигеть. Так, расходник его. Морковного рагу. На почте вообще никакой хилки нет. Аптеки и морковное рагу. Где-то оно исчезло. Кто знает, где исчезла моя хилка. Фух. Ну я думаю, что все будет хорошо. Все будет нормально. Блум-блум-блум-блум-блум. Так, ладно, поехали. Давайте это тоже скидываем по-быстренькому. И в коммуну поехали. Давайте дерево к дереву, да, сразу подкинем, накинем, перекинем, чтобы это все шпарилось, жарилось побыстрее. Вот так вот. И деревцо, деревцо сюда мы закинем. Раз. Сюда два. Отлично. Заберем, заберем. Вот так вот. И по 7 вкинем. По 7 это у нас будет по 7. Ну, пускай 20. Сейчас я закину вот так вот. Хоп-хоп-хоп. Так, сюда раз, сюда два. Все, вкинули. Все, это все вкидываем далее в эти ящики. То есть я не буду ничего там стакать, перестакать. Потом разберу. Это все лежит здесь. Только возьму только алюминий. Для того, чтобы сделать алюминиевые листы. Чикс, 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 чикс. Отлично. 2-2. Сколько у нас там есть материала? 14. Нужно 15. Нужно 15, чтобы сделать металлический пол. Ну, уже скоро сделаем. Уже скоро у нас будет. Вот. По чуть потихонечку, я думаю, что делаем, ребят. Так, далее. Катана, катана, мачете. Что туда брать? Ну, это уже сбитое практически. Это мы уже где-то в другом месте будем использовать. Что я думаю взять? Сейчас посмотрим, что у меня есть. Какую-то полную, раз полную. Ну давай, давай две, может, возьмем. Да, давай две. Дробовики, два, три, четыре. Давай всю оружку я, наверное, возьму. Не знаю, что там как будет, но возьму все. Здесь моды еще вкинуть на мачетку. На мачетку. Ну и сет брони, я не знаю, целый возьму. Ой, не знаю, ребят. Короче, возьму так, посмотрим, как оно там будет. Ну и плюс, конечно же, хилка. Хилки вот маловато. Хилки маловато, ужасно как мало. Вот, как вы видите, что-то у меня под хилка просело. Надо будет поездить, поискать. Так, 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 так. Тут у нас делается. Хилочка здесь есть. Хилочка здесь нет. Тут нету, да? Да. Так, ладно. С этим, надеюсь, понятно. Все, наш персонаж пока он умирает. Мы сейчас быстренько моды накинем. И пойдем на коммуну, коммуна, коммуна. Так, что у нас есть? Это мачете. Мачете сюда. УЗИшка нету, по-моему. Дробовик нету. И АКшечки тоже вроде бы нету. Нету. А что мы можем вообще посмотреть на АКшечку? У нас есть что-то вообще тут открытое? А не, подожди, есть урон, критический шанс, вот такие вот. Ну давай на АКшечку сделаем, почему я не вижу, что у меня оно есть. Вот оно, сохранить. Урон чуть больше, меньше стабильности. Это плохо, конечно, но ладно. Все, ребят, вроде бы нормально. Давай умираем и отправляемся в коммуну. Коммунить, коммунить, коммуним. Так, тут у нас понятно, а с чопера мы не забрали ресы. С чопера мы не забрали ресы. Ресы идут сюда, с чопера вот. Тапочки забыл скинуть. Ладно. Глок, кстати, тоже с собой возьму. Вдруг он пригодится, да?
Не знаю, как оно будет, но у меня, знаете, что проблема? Я, короче, заходил в станок, у меня было 27 монет. Я заходил в станок, что-то дерево там плавил, случайно нажал 5, за 5, короче, за 5 монеток. И у меня стало 20, а не, уже мне 12. А, это мы в этом, все, я понял, в лаборатории Генезис мы с вами за 10 монет меняли, ладно. Жалко, потому что в коммуне есть момент, там, где можно умножить свои награды. То есть, например, если тебе выпала синька, ты можешь умножить на фиолку за 25 монет. Это очень выгодно. Вот, ну, для этого нужно 25 монет. Монет тут нету. В сезоне, то есть, получить как-то монетки, это уже нереально. Раньше хоть как-то было реально получить 25 монет каких-то. Сейчас это поубирали и нету никаких монет. Вот, не знаю почему, но уже как бы такие вот пироги. Ладно, давайте выходим тогда, едем в коммуну, будем смотреть. Будем смотреть и, конечно же, пробовать пройти хотя бы какую-то волну. Я буду в первую очередь проходить центральную, наверное, центральная там есть. Будем хилиться обычными хилками, бить обычной этой. Плюс нам нужно самолечение на всякий пожарный включить. Вот так вот, вроде бы так. Да, все включил, все, поехали. Коммуна. Не знаю, честно сказать, она мне не очень нравится. Вот честно признаюсь, тут ну что-то не то. Ну, награды хорошие. Вот награды, да, топчик. Награды топчик. Здорово, Маркус! Давно не виделись. Погнали, братишка. Так, растительное волокно. Кстати, тут тоже через авто можно пособирать ресурсы. Но требуется место. Так, ладно, давай тогда сделаем глок. Уголок. Ну, в первую очередь, ну, давай быстрее тараторь свои дела. Задолбал ты, Маркус, своими базарами. Каждый раз, как только появляется коммуна, он постоянно базарит одно и то же. Ну, как ты задолбал. Реально бесит эта тема. Давай быстрее, Маркус, ты такой медленный. Вот реально, ну, сделайте так, чтобы оно один раз сказало, ну, больше не надо. Ну, нет, постоянно этот Маркус втирает какую-то дичь. Вот. А, пока Маркус идет, мы сейчас к этому подойдем, активируем его, пускай он там тоже бежит, пойдем в другую сторону, активируем третьего. Вот, чисто сегодня на активации протокола, да, будем делать. Ну да, конечно, рискнешь. Так, Маркус, привет, привет, мопед. Ах ты, Маркус, поехали. Давай, братан, давай, иди туда, я пока иду к старику. Где этот старичок? Братан, давай ты тоже тут рассказывай быстрее, я жду, конечно, да, тролливали, тополя, еще Маркусу подойду, ну так, активируем как-то так, все, понял, Маркус, хорошо, я понял тебя, вот, и вот этого челика еще надо, блин, это нужно каждому подходить, бегать, давай, сад, восточный одинок, я так недалек, все нормально, все отлично, все хорошо, так, идем к Маркусу, Маркуса будем проходить в первую очередь. Так, Маркус, о, ты вышел, да, все, активируем, да, поехали, ребятки. Вот, пробуем, награда хорошая, ну, такое себе, рискнуть, ну, давай рискнем. Где у нас зомбари? Чик-чик-чик-чик. Ай, не подошел. Раз, два, три, опа. Так, ладно, тут блок будет, вот так. Где у нас следующий? Вот тут. Оп, есть, одного вообще снесли. Вот, поставился 80. Тут давай 80, 30 не получилось, хорошо. Здесь еще кто-то есть или нет? Ого-го. Стекло или же алюминька? Ну, блин, стекло, конечно же, лучше, наверное, да, ребят? Вот, стекло, наверное, будет получше. Давай я отхилюсь под фул. Возьмем вот это. Ну, продолжим. Давай стекло, поехали. Так, где у нас зомбарь? Ай, там зомбарь с той стороны, ладно. Опа, есть, 80 пробили. Тут этот хрень взрывается. Хоп, 56 пробил ему. Красиво, брат. Пошел вон. Ай, хилочки не хватает. Есть. Наверное, все-таки карбон, да, будет? Вот, карбончик, тема неплохая. Так, хорошо, отхилились.
Отхилились. Давай раз, два, три. Вот так вот. И продолжим. Ну да, тут уже не будет по стелсу, но попробуем. Поехали. Раз. Да давай ты вылази. Бам. 30 не получилось. Ладно. Вот этого дятла. Ага, пошел вон. Пошел вон. Дятел Вуди Вудпекер. Ага, давай, давай, давай. А-а-а, вот это зажимают. Вот это зажимают, пацаны, ребята. Так, есть, где мои аптечки, бинты? Так, этого, ладно, не будем сносить. Ну, тут уже я не смогу. Поставился. А-а-а, броню мою сожрал петух. Петушня, петушня, пошла вон. Пошла вон, петушня. Давай, ты тоже иди сюда. Хорошо. Все, все отлично, все. Ну, такая вот награда. Неплохо стекло, неплохо карбон. Вот, неплохо. Вот, можно умножить, как я и говорил, за 25 монет, но, к сожалению, у нас такого нету. Так, сегодняшний ритуал завершен. Ну, окей. Это понятно, что в этом святилище можно пройти. Ну, красиво так смотрится эта тема. Так, фух, классно. Так, ладно. Так, что у нас теперь? Я думаю, следующую пройти, может быть, потянем, ребят. Вот, я надеюсь, что потянем. Так, мужик, все помню, все хорошо. Мужичок, мужичок, новачок. Ой, тут какой терминал. Так, что у нас здесь, хилка или штаны? Ну, наверное, скорее всего, хилка. Давай попробуем, поехали. Вот, а может быть, штаны было лучше? Может быть, и штаны. Ай, тут рыгачка, ребят. Тут просто рыготня вот эта вот. То пошел вон, есть, да? О, пацаны там подлетели. Так, где мой дробовик? Давай сюда. А, вот так вот. Так, полетел голова. Ну, блин, тут невыгодно. Хотя, может, и выгодно дробовиком раз выстрелить. По 70 урона. 70 урона. Тут 200. Ого, дядя. Вот это ты серьезный тут тип. Так. Я не знаю, где эти бомбы падают, но они рандомно лепятся. Так, хилочки нету. Ё-моё. Где моя хилка? Где моя хилочка, моя родная? Так, инкубаторы эти гребаные идут. Идите сюда, споры ты, гребаные сетель. Спор! Пошел вон. Блин, а почему я медленно иду, а он быстро? Так, схватит орать, орешь ты, дурак, что ли? Все равно твоя оралка, мне до оралки. Так, добовичок. Есть. Ну, такое, такое, такое. Конечно, можно было получше награды придумать. Кувалда, штаны. Блин, может быть, резину взять? Что же мы можем взять? Резину? Нет, давай кувалду, наверное. Нет, давай резину. Кувалда есть, резины, по-моему, долго делать эту резину. Поехали. Поехали пробовать. Так, бабам. Вот этого дебилоида нужно в первую очередь снести. Есть, снесли. Вот, следующий. Ай, не то нажал. Ладно. Блин, опять не туда. Блин, тут неудобно, видите, пробивать их очень неудобно. Так, так. Прыгуны, пошли вон. Пошли вон, отлично. Вроде бы живем. Живем, живем, мы живем, придем. Бам-бам-бам, бам-бам-бам, бам-бам-бам. Хоп, 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 хоп. По 9 бьет, слышь, ты че по 9 бьешь? Это ж вообще дичь полная. Да, блин, дробовик сейчас отлетит. Нет, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не плачь. Я куплю тебе мяч. Только не плачь, братишечка мой. Мой брат. Так, куда бежать? Куда бежать? Кому звонить? Так, ладно. Дробовик и хилка быстро. Больно в ноге. Больно в ноге, ребята. Жесть, просто жесть. Тут меня долбят во все щели. Да, блин, хватит. О, не-не-не, броня упала. Где моя броня? Блин, жестко. Жестко, пацаны, ребята. Пошли вон, дробовик. Еще эти плевки гребаные, которые плюют таким уроном сумасшедшим. Это ж просто нереально. Отбиться. Бабам, я ягодица. Пошел вон. Ладно, будем уже 10 сносить, не буду я при... А не, подожди, тут два медленных. Задание не выполнено, твою дивизию, блин. А за него опыт, кстати, дают или нет? Да, кстати, дают, только мало, 107, мало. Блин, не получилось немножко. Ну, тут нужно быстрее все делать. Ладно, давай еще один уровень попробуем. Блин, чуть-чуть, видите, чуть-чуть тут опоздал и все. Хотя бы один уровень, да, получится у нас. Получится у нас... Блин, минус дробовики у нас будут на этих зомбаках. Ну, видите, это невыгодно. Ну, невыгодно и все. Ну, я сколько раз не ходил сюда, сколько сливал здесь...
Ну ладно, мы немножко чуть подфармим. Чуть-чуть, немножко. Так, да. Хорошо. Тут плюс дают, мне нравится то, что за сезон вот эти прокачки. Вот это да, вот это нормально. А то, что минус оружка, это ненормально. Так, 44. Давай. Еще. Блин, эти гребаные зомбаки, они такие жесткие. Да вы задрали, а? Эх. Так, поехали. Блин, 2 хп, а я ему с дробовика сношу. Ну, капец какой-то. Видите, как невыгодно? Это абсолютно невыгодно. 45 секунд осталось, я вижу. Бэх, просто улетает, дядь. Так, ладно, забираем, смотрим дальше. Это выгодно. 4 гранаты, ребят. Ой-ой-ой-ой-ёшечки. Не знаю, как вы, но 4 гранаты для бункера Альфа, хард режим, можно молотить, скажем так. Фух, ну что, поехали. 4 гранаты, рискнем, поехали. Вот, буду АКшечку сливать, что делать-то? Что делать такого плохого? Давай, улетел. Давайте, где еще? Все, есть еще зомбаки, нет? О, пацаны летят, пацанята, добрый вечер, малята, 3 хпшки, ну ладно, тут в принципе этого сеятеля можно вот так вот мачеточкой долбить. Кто тут бежит, кто тут 200, ну вот этого 200-го, это просто жесть, пошел вон на Чернобаевку, быстро на Чернобаевку, вот так, молодец, иди на Чернобаевку, и ты, все ушли. Болотник по 30, ну нормально, в принципе нормально. Да блин, то посмотри. Муха, конечно, еще бы на мины эти навести их. Это просто было бы нормально. Так, шаркун, шаркуняра. Ой-ой-ой, сколько их здесь. Хорош. Так, подлетел нормально. Так, калашек не хочу добивать. Давай дробовик накинем. Вот, мы калашек используем на станке переработки лучше, чтобы выпало что-то там, прокачалось немножко. Сколько там секунд? 26 секунд. 26 секунд, а рука отлети, может быть, есть. Голова, рука, все отлетело. Блин, было бы 25 монет, можно было умножить эти гранаты. Но 4 гранаты, я думаю, ну тут уже сет брони, тратить 150 оружек. Не, спасибо, я лучше так заберу. Ну вот, как видите, можно 8, но 4 заберем. Хорош. Ну все, здесь как бы чуть-чуть прошли. Я не знаю, нас пустят еще на первый уровень или нет, давай посмотрим. Не, тут у нас до последнего. 9 хилок. Мало, очень сильно. Давай посмотрим. Расходники. Раз, два. Ну, как бы так. Как-то так, да? Получается, у нас один дробовик и ракетница, и УЗИшка осталась. Вот хилочка идет сюда. Вот сюда. И это вот сюда. Но пол брони тоже мало, да, ребят? Пол брони это очень мало. Ну, да. Ну, давайте хотя бы что-то попробуем. Один уровень. Хотя бы один уровень может быть. Ну, второй уровень топовый. Второй уровень топ. Так, одного опыта недостаточно. Наша задача впечатлить госпожу. С каждым это все становится все сложнее. С каждым разом. Она умела исполнять свою роль, но мне кажется, что ей все просто надоело. Да вы задолбали базарить, пацаны. Ну хватит, а? Может хватит? Нет? Давай. Эти горшки здесь, блин, корешки. Так, ух ты, 5 этих аптек или ревик. Я даже не знаю, что вам сказать. Давай лучше 5 аптечек. 5 аптечек это хорошо. Так, тут волки, конечно. Блин, сколько их здесь? Да пошли нахрен отсюда. Волки долбаные. Вот это жесткие ребята. Так, где у нас еще? Так, 62. Пошел, голова улетела. Где этот пацан? Пацан, ты нормальный пацан. Мы с тобой пацан. Забьем зомби, пацан. Так, что с вами делать? Вот эти медленные, да, я убью мачеткой какой-то. Вот, ну вот этих толстяков, понятное дело, что мы будем долбить. Бах, он убил, падла. Еще два зомби. Короче, надо за 44 секунды добить. Надеюсь, добьем. Один. Ну, давай добьем чисто мачеткой. Все, второй. Готов. Пошел вон отсюда. 6 стекла. Да ладно. 6 стекла. Я не знаю, ребят, хватит ли мне. Ну, давай УЗИхой, да, наверное. УЗИхой попробуем. Тут у нас фулка. Да, я думаю, хватит. 6 стекла. Это круто.
Ну, я не буду брать сад. Сад мы можем в бункере найти и так далее. Но вот это интересно посмотреть. Так, пошли волки. Пошли волки. Давай мы посмотрим раз, посмотрим два. Давай, давай, давай. Блин, это узиха, это полная борода. Борода, борода члена. Борода, бородач. Так, пошел, пошел вон. Так, есть сколько там? 15 нужно. Так, волк. Ладно, волк. Раз, два, три. Есть. Раз, два. Давай, давай, долби, брат, долби. Бах, 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 бабах. Блин, конечно, хилка здесь, конечно же, очень жестко живет. Вот и волки эти, волчары вы долбаные. Блин, я не успею, ребят, я не успею здесь, да. К сожалению, черешня проиграл данную битву. Надо было забирать аптеку и убегать домой спать. Вот, ну сейчас как начнет долбить без брони, это просто будет невыносимо. Так, а я не знаю, там где-то бах какой-то был когда-то. За двери стать, может быть, не знаю. Вот так вот как-то попробовать. Гранатой здесь бы долбануть. Ну, 15. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай, 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 дружок. Живи ты, ё-моё. Живи, 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 живи. Хорошо. Последняя хилка пошла. Чуть станем сюда. Ну да, тут я могу отлететь. Но можем попробовать вот эту тему. Вот, ну давай попробуем. Не попробовал. Я думал, может гранату кинуть, она рванет-то их. Ну, короче, ладно, хрен с ним, заберем наш труп. Ну, как-то так, ребят, что-то тяжело в этих коммунах. Я ненавижу их, хоть честно признаюсь, я их так не люблю. Вы пишете, черешня, посади в коммуну. Это такой слив ресурсов. Но что ж ты поделаешь, что ж ты поделаешь, что ничего не приделаешь. Ладно, что вам сказать, ребят? Скажу одно, что фармить нужно, пробовать нужно. Ничего, слили. В следующий раз можно подфармить где-то какого-то огнестрела, где-то побегать. Я бы сейчас на дропчик бы пошел, например. Раз, два, три. Дропчик, приди. Нужно говорить, и он приходит иногда, ребят. Так что, если вы так говорите, события появляются сразу. Вот. Первым делом пошли в коммуну. Вторым делом заберем наши ресурсы и пойдем на дроп. Вот. Сложно. Первую еще как мы прошли, это легкий случай. Там можно проходить на изи. Там даже тройной урон работает на пресиде. Второй, то что мы проходили, первую еще можно пройти. Но третью уже, вторую тоже не пройдешь. То есть третью эту коммуну и так далее. Ну ладно, хотя бы так, да, хотя бы так, 4 гранаты и на этом спасибо. Что мы тут можем сделать? Конечно, в первую очередь, давай я попробую через авто. Он что-то тут нафармит, может быть, ягоды какие-то есть. Хорошо, ну у меня куча разного ненужного ресурса тут у нас лежит. То есть вот это все я бы слил. А куда мы его сольем, если места нет у нас, получается вот так. Мачетки вот эти подобивать бы, да. Вот, что он тут фармит, я вообще не в курсе. Ну, что-то фармит, растительное волокна. О, май гад, привет, красавица. Я просто хотел бы пристроиться. Блин, а он может... Фу, что ж это такое-то происходит? Сейчас. Ой, подожди, не туда попал. Сейчас. Блин, что он не может ровно стать? А что это за девушка? Ее же раньше тут не было. А ну... Нет, так не может, так нельзя. Но он мог бы пристроиться к ней. Ну, как-то так. Ладно, ребятки, ладно, не будем тут. Чу! Красивая собачка, конечно, да, я бы себе такую замутил. Ну, ладно, все, не трогаем это все. Пускай оно тут отдыхает. Наша задача это в данный момент, конечно же, поехать в разрушенный... Ой, наш аэродропчик. 91 у нас есть, да, энергия? Если я скину дома, раз, два, три, четыре, пять. Пять слов, ну да. Давайте я, наверное, все-таки домой съезжу. Все равно позволяет энергия. Вот, как-то так, конечно, не очень сильно весело. Но мы можем еще лекаря-аптекаря, наверное, сбегать. Ну, если радио даст. Если радио даст, как не та девушка, что не дала. Ладно, поехали. Поехали, будем смотреть. Я вот думаю... Что с собой взять? Топорики там есть? По-моему, есть там топорики. Давай тогда мы на станок переработки сразу все затарим. Правильно, ребят? Потому что, ну, не надо. Я буду разбирать оружие. Вот это, не знаю, там вряд ли что-то с него будет падать. Но огнестрельное оружие как-то нужно прокачивать. Вот просто как-то нужно прокачивать. Вот это сюда у нас залетело на разборочку. Все пойдет.
Так, это разборочка. Можно было бы съездить на эту закинуть, но это можно в следующий раз сделать. Так, что у нас нам нужно знать, понимать. Скинем мы тогда все, что есть. Бабам, это я заберу с собой. Чисто на добивку. Чисто на добивочку. Каких-то зомбарей. Это мы скинем сюда. Вот здесь у нас топорики есть. Да, топорики — это хорошо, это красиво. Так, ладно, топорики. Вот так вот. Хилка, что у нас? Ягоды. Ну, как-то маловато по хилке. А чё так мало хилки? 20 ягод. Хватит. С головой хватит. 20 ягод, ребят. Это хватит с головой. Вот. Берем, значит, бляха ты муха. Давай сюда. Так, добивочка. Я не знаю. Мне хватит, наверное, мачетки одной. Одной мачете. А может и нет. А может и да. Ладно, не будем сильно там думать. Все, взяли вот это. Я думаю, вот этого хватит. Хватит же. Ну, надеюсь, что да. Поехали на наш супер-мега-космический разрушенный этот аэродропчик. Вот. Главное, чтобы с него что-то выпало. Хотя бы какой... Блин, я забыл к этому торговцу посмотреть. Ладно, давай перезайдем, потому что торговец тоже нужен, и он дает, в принципе, тоже что-то хорошее. Вот, торговец, если скажет, там, принеси какой-то станок или что-то там, например... какие-то доски, это хорошо. Но иногда, ребят, иногда он просит, даже, по-моему, просил C4. У меня, по-моему, такое было. Точно не помню, но это давно было. Может, все уже изменили, но я помню, он что-то такое говорил. Так, ага, вот он. Так, захвати с собой вот дорогие часы. Легко, просто, легко, идеально. Ну вот, часы у нас как на часовом заводе. Вот наши часы. 43 штуки. Я лучше одну возьму и возьму огнестрел за эти часы. Правильно. Вот и все. Значит, летим к торговцу. Не зря зашел, не зря перезашел. Не ленитесь, ходите, потому что реально, реально нам нужно будет по-любому как-то вот это все дело делать. Все, поехали, значит, на нашу гуманитарную груз. Торговец у нас здесь. 64 энергии. Если мы оттуда сюда залетим, значит, мы залетим. Так, все, коммуной все понятно, ребят. Можно проходить, но не все. Каждый день ходите, проходите. Первую точно 3 раза проходите. Есть шанс получить синьку или же фиолку. Хорошо, когда у тебя есть шанс получить фиолку только за монетки. За монеточки можно. Вот, но это стоит 25 монет. То есть, если тебе выпадает в коммуне синька, ты можешь это все изменить на фиолку. Это очень круто, реально круто. Потому что поменять 10 синек на одну фиолку, это, конечно, очень дорого, например, в ПУшечке, да? А так ты просто за 25 монет меняешь. Ну, монеток нету, к сожалению. Будем без монет, ладно. Так, тут что у нас? 25-40. 40 это копье. Копьешечко, хорошо. Слышишь ты, питон вонючий, пошел вон. Так, сюда иди. Так, первая ружка улетела, берем вторую. Вот так вот, да, чтобы не удалять, а мы ее потом используем. Так, ББМ. Следующий пошел. ББМ. Хорошо, уходят как дети в школу. Так, иди сюда, олень. Оленюшка, приди ко мне скорей, олень. Так, забираем. Здесь у нас кто живет? Вот такой вот парень, 40 кп, звать Валентин. Так, забираем. Все, давай дроп, короче, откроем первым делом. Посмотрим, что там выпадет. Я надеюсь, что хорошие ресурсы, что-то неплохое, скажем так. Ну и, конечно, подфармим данную локацию. Так, разрушитель. Красиво, ничего не скажешь. Так, а как это ты согрелся? Ты бегун, долбанный бегун. Так, есть, бабам, улетел. Все, тут чисто на авто можно затариваться. Значит, что нужно знать здесь на этой локе, ребят? Иногда меня убивал тут, конечно же, бот. Вот просто бот бежал и убивал. Так что знайте, что эта локация непростая. Семена нет места, да ё-моё, провода, до свидания. Ой-ой-ой, что там такое? Какой петух ко мне пришел? Пошел ты вон, грёбаный баттерфляй. Так, ой-ой-ой-ой-ой, где моя хилка? Пошли вон. Ай! Нет! Собака ты! Бляха ты, муха! Мра-та-та-та-та! Ну, я вам говорил, что здесь опасно. Надо знать, что было в этой ситуации. Я просто не успел посмотреть по своим хилам.
Надо в этой ситуации, ребят, брать, наверное, и, скорее всего, разрушитель был, да? Мы бы, если взяли разрушитель, я бы, наверное, все-таки отбился, наверное, скорее всего. Вот, но ладно, ладно. Главное успеть забрать. Вот и все, что вам хочу сказать. Главное успеть забрать то, что там лежит. Это нужно выйти быстро и забрать наш портфель. Мы умерли, ничего страшного. Главное, чтобы не откатилось время. Я сейчас выхожу, а там пишет, локации нет. Вот тогда уже будет печально. Локация есть. 13 минут, все красиво, все хорошо. Так, едем. Тут у нас есть 30 минут. Отлично. 50 энергии. Сколько сюда нужно будет? Ну, 50-40. Отлично. Если, конечно, нас бот не убьет. Ну, вот на этих дропах, я не знаю, почему эти боты просто приходят бесконечно. Иногда такое было. Я помню, я ходил. Ну, штуки, наверное, 4 пришло. Вот вы прикиньте, 4 бота. Я фармлю себе тоже дерево, тоже известняк. А он приходит то с глоком, то с каким-то разрушителем. Это на зимке там с ФССкой, конечно же, боты бегают, как будто там так и нужно. Но тут, конечно, да. Главное забрать свой лут вовремя, и все будет прекрасно. Так, это мы забрали, это мы забрали. Все, я, наверное, возьму разрушитель на всякий пожарный. Вдруг придет какой-то бот разваливать меня. И, в принципе, я думаю, что... Развалим, развалим. Главное, о, ты пердись. А, 4 хпшки, я понял. Это ты меня скушал, волк. Это ты меня скушал. Я помню волчара. Так, семена здесь есть, отхилка есть. Что-то удалить можно, наверное, я не знаю. Может, можно. Так, трубой я его добил или чем? Ну да, вроде бы трубою. Ну ладно, давай тогда так. Так, семена забираем. А что мы можем... удалить один болт. А, веревочки. Легко. До свидания. Часы нам нужны. Еще удалю и поеду к торговцу без часов. Будет прикольно. Так, мы можем какой-то топор замутить? Конечно, можем. Так, сколько... А, так у нас есть 2 топора. Зачем я его сделал? Не знаю. Ну, пускай будет. Ладно. Если что, можно известняк будет удалить тоже. Вот. Ну, дерево лишним не будет, ребят. Не будет по-любому. Сделаем стак. Стак уже есть. Отлично. Можно еще один, значит, сделать. По-любому. Вот, семена, семена плюс ягоды, тоже неплохо, да? Крышечки здесь тоже падают у нас. Ну, как бы по чуть-чуть, вроде бы норма. Все в норме, все в норме, все хорошо. Можно пока хилиться, да, пока у нас под фул, вот так вот сделаем отхилку. Вот, пускай он там фармит себе, это не важно. Главное, что мы опыт качаем, и все хорошо. 140, огешечки, слышишь ты? Ботянский. Вот сразу смотри, какой-то зомбак пришел. Откуда он взялся? Почему он пришел? Вот я не понимаю, почему это так работает. Так, давай мы его будем... Ой, подожди, бот. Ой, это не бот, а я тебя топором буду долбить, потому что ты такой токсичный, вонючий петух. Хоп, ушел. Ушел телефон, нормально. Что у тебя есть? Руда? Да, в принципе, хрен с тобой. Давай вот так вот. Значит, у нас 2 сбитых получается. Вот, 2 сбитых. 2 сбитых, 2 сбитых. Мы такие биты. Так, 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 так. Ну, дерево, наверное, да, дерево. Хотя нам нужно будет еще на торговцу что-то скинуть. Одну красочку. Ну, синяя краска, это не проблема. Вроде бы нормально. Там живем, живем. Главное отхилиться, наверное, да. Вот, ну, хотя, подожди. Давай, если что, если вдруг придет, сразу хилка, тра-та-та-та-та. Ну, если ВССка придет, понятное дело, я умру. Вот, но не важно. Главное, чтобы я выжил. Вот это самое главное. Так, сюда давай сделаем. Ну, давай сделаем вот так вот, примерно. Во, нормально. Нормально же, нормально. Вот тут. Я не хочу просто отхиливаться, зря тратить рогушку сейчас. Мне это не нужно. Но вдруг кто-то придет, нужно будет это сделать. Так, один слот как раз есть. Вот это что тут стоит такое? 80 хп, друг. Есть 25. Ну давай топором тогда. Я не буду тебя добивать просто так. Да блин, ты умерли уже, ты гребаный зомбак. Где ты там нарисовался? Вот где он там взялся, я вообще не понимаю. Вот смотрите, прикол, у меня 11 хп. Вот сейчас, мне кажется, вот специально зашлют сюда бота, потому что они видят, что у меня вообще нету хилки.
Не знаю, надо палец держать на хилке. Вдруг, как только что-то появится, сразу бомбить его. Ну, не появится. Мы забрали все. Вот, главное, мы эту локацию под ноль зачистили. Все хорошо. Ну что, поехали к торговцу. Там тоже 20 дерева минимум мы забираем. И, конечно же, может быть какой-то огнестрел. Как раз 50 энергии есть. Вот, как раз мы это все сделаем. Как-то так побегали понемножку коммуну эту. Вот, которая... Все кричат, что прикольная, но мне она не нравится. Когда сливаю там оружие, миллион сливаешь и так далее. Надо будет опять в бункер идти оружие добывать. Но ничего, сходим. Я думаю, сходим, 23 часа откат. Посмотрим, ребят, посмотрим, как-то это придумаем. Так, поехали. Торговец Джо. Джо, здорово, Джорджардир. Джорджардир. Бот Джорджардир. Так, тут никаких ботов быть не может. То есть тут мы чисто лутаем на авто и все. Отдаем ему часы за 40 гривен. Забираем коробочку с кувалдой и нажимаем авто. Все, ребят, здесь получается как бы все хорошо. Сейчас он добьет топор как раз. Да, ну, мы просто удалим его и все. И стак дерева зарубит. Вот и все. Вот так вот мы сходили сегодня в коммуну. Надеюсь, вам понятно, что лучше фармить. Первую... Ту, что мы ходили, это можно 3 штуки проходить. Вторую, что мы ходили, можно 2 штуки проходить, 2 уровня. И третью, ну, 1-2, не знаю. Вторую мне как-то сложно было. Вот, так что вот такие вот дела. Заходите в телегу, участвуйте в розыгрыше, а мы с вами отправляемся на розыгрыш на видосе 500 монет. Давайте мы сегодня выберем 1, 2, 3, 4, 5 видеоролик, копируем с него ссылочку, вставляем его вот сюда и загружаем данные, ребят. И сейчас посмотрим, кто же это будет. Игромастер, YouTube, это было топ-контент. Спасибо, Игромастер, ты выиграл 500 монет. Напиши мне до конца 8 месяца, все ссылочки будут в описании. Мы тебя поздравляем и желаем удачи в следующих видеороликах всем подписчикам. Всем удачи, ребят, всем пока.